До 7 лет тюрьмы. Сургутский городской суд на следующей неделе начнет рассматривать материалы резонансного уголовного дела. Почти полтора года назад, в ночь на 14 июля, на улице Энергетиков в жутком дорожно-транспортном происшествии погибли две девушки и молодой человек. Все они ехали на пассажирских креслах автомобиля BMW. Иномарка на высокой скорости влетела в опору уличного освещения. По одной из приоритетных версий, выдвигаемых после аварии, помеху легковушке создал выезжавший с придомовой территории Lexus. Заметив машину, водитель немецкой иномарки, находившийся, как предполагали полицейские, в состоянии алкогольного опьянения, резко вывернул руль и врезался сначала в бордюр, а затем в столб. Под следствием находятся оба водителя. Виновному в смерти трех человек грозит до 7 лет лишения свободы. В производстве Сургутского городского суда находится уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 14 июля 2019 года, в результате которого погибло три человека. Объем материалов уголовного дела составляет 11 томов. В ходе предварительного следствия допрошено более 30 свидетелей, в том числе и свидетелей защиты. По уголовному делу судебное заседание состоится 3 февраля 2021 года.